этих гимнастерках нетрудно заметить знаки спортивного мастерства и отличия парашютистов. Без спорта немыслима жизнь и боевая учеба воинов-десантников. Из стен спортивного зала начинается дорога в небо. Каждый десантник должен быть ловким, должен быть сильным, смелым, всегда готовым к неожиданной схватке с противником. Спортивная подготовка надежно служит десантникам с первого же шага за борт воздушного корабля. Вот здесь и пригодилось спортивное мастерство. Далеко не всякий лыжник устоит на такой скорости. Ловкие и смелые воины неотступно следуют за боевыми машинами. Подразделение десантников вовремя выходит на заданный рубеж. Всегда готовы выполнить приказ Родины гвардейцы-десантники, бесстрашные, закаленные воины советской армии.